Я думаю, эта статуэтка будет сейчас актуальна, поскольку вот в PSN Plus раздали Sonic Mania, также фильм выходит про Соника. Статуэтка очень качественная, я бы ее использовал даже просто, а не как держатель джойстика. Она выполнена из пластика, внутри она пустая, но при всем при этом весит 350 грамм. Высота 20 сантиметров.
Yeah.